Всем привет, друзья, с вами Михаил, игра Idle Heroes, и сегодня в видео, ребят, подведу итоги создания второго героя. Превосходство Елены, играю я через Аспена, и все говорили, что это ошибка. Покажу, к каким итогам это привело, какие последствия этого после недели игры, какие результаты изменились, какие не изменились. Если вам видео будет полезным, понравится, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. А мы начинаем, ребят. Итак, кратенько для тех, кто будет смотреть это видео впервые, в чем суть тактики игры за Аспена, когда мы делаем его первым героем превосходства. Далее, вторым героем превосходства все старички советуют делать вот в этот дом королеву Халору. Больше выхлопа, говорят, ребята, будет, но так как у меня была кэрри в этом доме, я сделал Елену, чтобы четвертый дом заполнить и бустануть по атаке, по хп и скорости своего Аспена. Но все продолжают говорить, что это ошибка. Итак, к чему это привело, ребят? По результатам врата пустоты, вихрь я закрыл буквально на стриме. Благодаря, естественно, ребят, не только прокачке Елены при переводе ее в превосходство и постановке в дом, плюс еще билеты от билеты гильдийские на сокровища, плюс еще мы выполнили задание на прокачку двух фракций. Дерево на третий уровень, еще получили немного материалов и прокачали Аспена. В итоге я потратил 2000 алмазов и все-таки закрыл. Подробнее, ребят, в отдельном видео запишу, как я закрыл не фракцию, а уровень соперника. Теперь я буду начинать с покорителя, что уже большой-большой плюс. Так, врата королевств, ребят. 101 уровень, бью на данный момент с такими вот усилениями, точность, 6 дополнительного урона каждый раунд, повышение снижения урона и повышение снижения урона задний ряд от критических атак. 101 уровень, иногда бывают проблемы с фракцией света, с фракцией тьмы и люди на возвратках бывают убивают. Давайте для наглядности, вот как раз есть у нас составом вот таким вот бью. Особо ничего не поменялось, вместо Хоум Янга поставил Елену. Но опять же, ребят, здесь все поставлено и настроено, чтобы бить через Аспена буквально в несколько ходов. Все остальное это для его разгона, для его усиления. Здесь, скорее всего, я за один заход не выиграю, но посмотрим. Посмотрим, вряд ли у меня здесь проблема будет метка, я не поставил себе чистка метки, и поэтому, скорее всего, с первого раза не пройду. Такое бывает, но, соответственно, со второго раза мы, естественно, пройдем. То же самое с людьми бывает, если там не кританет или быстро выбьют баферов того же Дрейка. Дрейк, наверное, самый, вот опять видите, хреново контроли сработали. И не выбили мы с первого хода почти никого. Но, тем не менее, дальше вот самых основных проблемных выбили. Надеюсь, сейчас мы с первого раза затащим. Вроде более или менее, но осмотр сейчас нас может сильно пробить. Пока держимся. Ну, видите, тоже вот вторая фракция. Но со второго хода, естественно, ребята, вы понимаете, что пробиваю. Могу, если на уровне на 5 назад или на 10 скинуть, буду проходить с первого раза. Но 101 уровень, ребят, дополнительные материалы на прокачку нашего острова уже даются, что тоже, как по мне, очень хороший плюс в развитии. Здесь, как видите, вот демоны с первого раза прошлись и вообще без проблем. Раз на раз не приходится, но со второго раза все проходятся. По боссам тоже, ребят, или со второго раза все проходится, или с первого. Ну, ребят, можно еще лучше проходить. Я просто ленюсь, если ручками ставить нормально против персонажа каждый раз, против персонажа, на котором стоит разлом, естественно, ульта пройдет с первого раза, и все нормально мы будем проходить даже фракции света, тьмы и людей. Давайте еще раз для сравнения.
Ну, видите, в этот раз с первого раза. Есть куда расти, ребят, можно быстрее. Лучше это все сделать, тем более материалы есть. Но я лично я доволен таким результатом. Его можно улучшить, я знаю как, и есть для этого материала, надо просто немножко времени. Но сам факт, что первый уровень мы уже проходим более или менее пойдет, ребят. В компанию пустоты, ребят, 1-3, вот буквально как прокачал Елену, немножко продвинулся, ну, наверное, как немножко, почти в два раза продвинулся. Здесь подзастрял, тоже можно, конечно, на кликере поставить, попробовать. Бывают шансы, когда пробиваешь этого Минотавра, как его к черту зовут, с первого раза, потом накидывается страх на всех, и вторая ульта проходит, и есть маленький шанс это все пройти, но можно, конечно, подождать и не спешить, можно кликер поставить и пробовать божественный рандом ловить. Как вы видите, все очень зависит от того, как страх накидывается и забирается энергия и контролятся персонажи. Теоретически можно попробовать, ребят, позадротить. Ну, и так неплохо прошел. Конечно, закрыть 1-3 это еще дополнительные материалы на прокачку дома, что было бы тоже очень замечательно. Чем раньше мы это сделаем, тем, соответственно, быстрее будем дополнительные ресурсы получать и быстрее прокачиваться. И это было бы замечательно. Ну, пока так. По землям печати без изменений, ребят, ничего не поменялось на 25 уровне, так и остался. По арене особых изменений ничего это не дало. По испытанию чемпиона, ребят, где-то 200 награду за 200-500 уровень забираю. Командная арена, мы где-то в районе 20-50. Звездная арена, я там не помню, а межпространственная арена, третий, четвертый, как он там уровень, посредник, по-моему, называется уровень, награда. Да, посредник между третьим и четвертым, как было, так и осталось. Особо в PvP не поменялось. По подземелью Аспена тоже особых изменений нету. На сервере я 10-й, ребят. Думаю, это довольно-таки неплохой показатель. С учетом того, что выше ребята с донатом играют, как по мне, пойдет. Награда на данный момент на 33-ю неделю игры вполне себе достойная. О, башне забвения. Вчера тоже на стриме, ребята, башня грез. Закрыл третью глубину, буду пробовать четвертую. Прям особых каких-то проблем не было, да, немножко там, когда мутация или как она там называется, проклятие, снижение крит урона больше всего проблем создало. Остальные все прошлись довольно-таки легко и тоже это очевидное улучшение. По итогу, ребят, по итогу создания Елены и всех этих прокачек, Аспен выглядит вот так вот. 109 миллионов здоровья, почти под 2 ляма. Атака, защита, скорость вы видите. И при этом, ребят, есть еще запас, есть материалы на прокачку 200 тысяч, 220 даже духовных сущностей. Хотелось бы быстрее это все прокачать, но мне надо подкопить фиолетовых этих шариков для прокачки болванок на десятки. То же самое, как вы видите, синьки достаточно. И в дерево можно будет кинуть, и Елене отпечаток прокачать, и Аспена еще усилить. В общем, друзья, такой результат получился по итогам прокачки Елены как второго героя превосходства в дом Аспену. Пишите в комментариях, как вы считаете, это правильно или нет. Вам решать, как вам играть. Ну, а у меня получился такой результат. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой. Играйте в удовольствие и всем бобра добра.